Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такое замечательное, красивое пляжное украшение для ножек. Вяжется оно из основного орнамента. Вот. И при вывязывании последнего ряда мы будем уже вывязывать петелечку для пальчиков и завязочки на ножки. Вяжется все полностью сплошной ниточкой, то есть ничего я нигде не пришиваю, не привязываю. Как начинаю вязать с центра вот здесь вот так и заканчиваю вязать, прячу краешек ниточки, последний, скажем так, в конце. Все вяжется аккуратно, быстро и просто. Как на мой взгляд, затрата времени и пряжи очень маленькая. В зависимости от толщины пряжи и номера крючка вы можете варьировать размер больше, меньше. Но в принципе данное украшение подойдет для любого размера женской ножки. Вот, по желанию вы сможете сделать завязочки подлиннее для тех, кто любит завязывать вокруг ножки в несколько раз. Я сделала классический вариант на небольшой бантик сзади на ножке. Вы можете сделать абсолютно на свой вкус и любым цветом. Вот. Итак, кому понравилось, не забудьте лайкнуть. Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь и приступаем к вязанию. На данную пару украшений для ножек у меня ушло до 15 грамм пряжи. Для вязания я буду использовать хлопковую пряжу фирмы Yarn Art серия Бегония. Это мерсеризированный хлопок. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Крючок номер 1,75 и ножнички. Для начала делаем одну закрепительную петельку и набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Первую петельку начальную цепочки делаем соединительный столбик. Пропускаем рабочую ниточку сквозь 2 петельки на крючке. Теперь у нас получилось вот такое колечко из 6 воздушных петель. Нам в это колечко нужно будет связать столбики без накида с чередованием пико. Делаем одну воздушную петлю подъема и прямо вот в это колечко делаем 3 столбика без накида. Параллельно первого ряда я буду завязывать вот этот краешек ниточки. Итак, колечко вяжем первый столбик без накида, второй столбик без накида и третий столбик без накида. Теперь вяжем пико. 3 воздушные петли подъема. Затем захватываем крючок сквозь 2 вот эти петельки основания цепочки. И сквозь все 3 петли на крючке пропускаем рабочую ниточку. То есть делаем соединительный столбик. Таким образом мы связали 3 столбика пико. Снова повторяем. Вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3 и снова вяжем пико. 3 воздушные петли подъема и, захватив вот эти 2 петельки основания, сквозь 3 петли на крючке делаем соединительный столбик. И третий раз 3 столбика без накида, 1, 2 и 3 столбик, затем 3 воздушные петли подъема, захватываем вот здесь вот крючком 2 начальные петельки основания и сквозь 3 петли на крючке пропускаем рабочую ниточку. Затем делаем соединительный столбик вот сюда под воздушную петельку в начале ряда подъема. Все, завершили вязание первого ряда. Обвязали наши вот здесь вот отверстие, кружочек такой вот начальный из воздушных петель. Обвязали чередованием 3 столбика без накида пико 3 раза. В начале второго ряда делаем одну воздушную петлю подъема и у нас идут 3 столбика без накида предыдущего ряда. Вот в каждую петельку над предыдущим рядом столбиком делаем снова столбик без накида. Раз, в следующую петельку второй столбик без накида и в следующую петельку третий столбик без накида. Дальше у нас идет пико. Мы делаем 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Теперь с другой стороны пико пропускаем. И в первую петельку после пико, вот она у нас первая петелька, делаем первый столбик без накида. И еще в последующие 2 петельки по столбику без накида. Теперь снова дошли до следующего пико. Над ним делаем 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Пропускаем пико, с другой стороны делаем в первую петельку столбик без накида. И еще 2 столбика без накида в каждую последующую петельку до следующего пико.
То есть над столбиками предыдущего ряда мы так и вяжем столбики без накида в этом ряду. Над пико делаем по 12 воздушных петель. И так третий раз. 12 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И с другой стороны пико делаем столбик без накида. Вот сюда. Все, теперь делаем соединительный столбик. Вот сюда, вот смотрите, пропускаем одну петельку и как бы в центральную из трех петель делаю я соединительный столбик. Но это так, чтобы мне было удобно оказаться по центру вот каждого столбика. Ну вот смотрите, то есть у нас здесь идут 3 столбика, 12 воздушных петель, с другой стороны 12 воздушных петель. И я вот нашла центральную петельку между двумя столбиками по краям, я сделала соединительный столбик в центральный столбик. То есть второй с одной стороны и второй с другой стороны. Для того, чтобы мне сейчас не мешала вот эта ниточка, я ее уже закрепила и хочу отрезать. И чтобы вам было более как бы видно, я рекомендую вам также, если вы обвязали эту ниточку, короткий краешек, тоже отрезать, чтобы она вам не мешала. Теперь я снова подтягиваю рабочую ниточку. И вот посмотрите, у нас все замечательно видно. Итак, мы связали с вами второй ряд. В начале третьего ряда делаем одну воздушную петлю и в петлю основания воздушной петли делаем один столбик без накида. Как бы получается, мы над центральным столбиком предыдущего ряда сделали столбик без накида. Далее нам нужно обвязать вот эти 12 воздушных петелек нашей арочки. 3 арочки по краям. Для того, чтобы обвязать, нам нужно сразу же просто перейти крючком под воздушные петли. И обвязывать мы будем по 16 столбиков каждую арочку из 12 воздушных петелек. То есть делаем первый столбик без накида, под эту же арочку второй столбик без накида, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый. Если вам неудобно, то можете поворачивать как удобно для вас, чтобы вам было как бы комфортно при обвязывании. Обвязав 16 столбиками без накида, пропускаем один столбик предыдущего ряда и во второй делаем столбик без накида. То есть как бы в центральный столбик из трех столбиков без накида предыдущего ряда. Сделали сюда столбик без накида в центр. Теперь снова переходим крючком сразу же под следующие 12 петелек. И делаем также 16 столбиков без накида. Обвязываем первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый столбик, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Я поворачиваю удобным для себя способом. 13, 14 столбик, 15 и 16. Снова нахожу средний столбик центральный из столбиков без накида предыдущего ряда. Первый пропускаю, во второй делаю столбик без накида. И дальше перехожу на третью арочку, под которую так же, как и предыдущие два раза, делаю по 16 столбиков без накида. Первый столбик под арочку, второй столбик без накида, третий столбик без накида, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый и 16. Все, дообвязывали наши арочки. И под воздушную петлю я делаю соединительный столбик. В начале четвертого ряда делаем одну воздушную петлю. И под первую следующую петельку, то есть под первую петлю обвязки столбиков без накида предыдущего ряда над столбиком первым, делаем один столбик без накида.
Далее 1 воздушная петля, накид, и под следующую петельку делаем полустолбик с накидом. Сделав накид, вытаскиваем из петли рабочую ниточку на крючке 3 петли, соединяем общей вершинкой. Сделали полустолбик с накидом, снова воздушная петля, накид, и в последующие 12 петель мы будем чередовать столбик с накидом, 1 воздушная петля. Итак, под следующую петельку вяжем столбик с накидом, воздушная петля. Под следующую петельку второй столбик с накидом, воздушная петля. Следующая петелька, третий столбик с накидом, воздушная петля. Следующую петельку, четвертый столбик, воздушная петля. Пятый столбик, воздушная петля. Шестой столбик, воздушная петля. Седьмой столбик, воздушная петля. Девятый столбик, воздушная петля. Десятый столбик, воздушная петля. Одиннадцатый столбик, воздушная петля. И 12 столбик с накидом, воздушная петля. Далее делаем накид. В следующую петельку снова вводим крючок, вытаскиваем рабочую ниточку на крючке 3 петли, соединяем общей вершиной. То есть вяжем полустолбик с накидом, 1 воздушная петля, и в следующую петельку вяжем столбик без накида. То есть мы обвязали наши 16 столбиков без накида предыдущего ряда, столбиком без накида, полустолбиком с накидом, 12 столбиком с накидом, полустолбик и столбик без накида, между которыми обязательно должны быть воздушные петли, чтобы образовались вот такие, как бы, такие вот отверстия. И теперь переходим к следующей обвязочке. Для этого, смотрите, мы вяжем просто переходом, как бы делаем под первую петельку следующей обвязки. Вяжем столбик без накида, сразу же без воздушной петли. Далее 1 воздушная петля, накид, и вяжем в следующую петельку полустолбик с накидом. Далее снова воздушная петля, и начинаем вязать 12 столбиков с накидом, между которыми воздушные петельки. Первый столбик с накидом, воздушная петля. В следующую петельку второй столбик с накидом, воздушная петля. В следующую третий столбик, воздушная петля. Четвертый столбик, воздушная петля. Пятый столбик, воздушная петля. Шестой столбик, воздушная петля. Седьмой столбик, воздушная петля. Девятый, воздушная петля. Десятый, воздушная петля. Одиннадцатый, воздушная петля. И двенадцатый. Снова делаем воздушную петельку, накид, полустолбик с накидом, воздушная петля и столбик без накида. Все, теперь переходим под следующую арочку. Над первым столбиком вяжем столбик без накида, 1 воздушная петля, накид, полустолбик с накидом, 1 воздушная петля, накид. И далее 12 столбиков с чередованием воздушная петля. Первый столбик с накидом, воздушная петля. Второй столбик с накидом, воздушная петля. Третий столбик с накидом, воздушная петля. Четвертый столбик, воздушная петля. Пятый столбик, воздушная петля. Шестой, воздушная петля. Седьмой, воздушная петля. Восьмой, воздушная петля. Девятый столбик, воздушная петля. Десятый столбик, воздушная петля. Одиннадцатый, воздушная петля. И двенадцатый. Далее делаем 1 воздушную петельку, полустолбик с накидом. Обязательно делаем после полустолбика воздушную петельку. И завершаем столбиком без накида вот сюда, над последним столбиком при нашей обвязке. Все, теперь нам остается сделать вот сюда под первый столбик следующего ряда соединительный столбик. И мы завершили наш ряд.
И, наконец-таки, пятый наш завершающий и самый сложный по выполнению ряд. Сейчас мы будем обвязывать пико, параллельно вывязывать завязочки и отверстия для нашего пальчика на ножке. Можете сделать под первую воздушную петлю между столбиком без накида и полустолбиком с накидом, сделать соединительный столбик, то есть не над столбиком, а под воздушную петлю. И теперь нам нужно сделать столбик без накида между полустолбиком и столбиком с накидом под воздушную петлю. То есть делаем просто столбик без накида под воздушную петлю следующую. Далее 3 воздушные петли. И в петлю основания, вот сквозь 2 петельки и петлю на крючке, мы делаем соединительный столбик. То есть наше соединяем пико, как мы делали вот здесь при вывязывании первого ряда. Далее под эту же воздушную петлю делаем второй столбик без накида. Далее под следующую воздушную петлю вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли, соединительный столбик делаем сквозь вот эти 2 начальные петельки и петлю на крючке, то есть вывязываем пико. И под эту же воздушную петлю основания пико делаем второй столбик без накида. Теперь снова под следующую воздушную петлю вяжем столбик без накида, 3 воздушные петли, петлю основания и петлю на крючке делаем соединительный столбик. И под эту же воздушную петлю делаем столбик без накида. То есть мы вывязали уже 3 пико, обратите внимание. Так нам нужно вывязать 6 пико. Под следующую воздушную петлю делаем столбик без накида 1 с пико, 1, 2, 3 воздушные петли. Соединительный столбик сквозь 3 петельки, 2 петли основания и петлю на крючке. И сюда же второй столбик без накида. Далее под следующую воздушную петлю столбик без накида, 3 воздушные петли, соединяем пико соединительным столбиком и сюда же столбик без накида под эту же петельку. Так мы связали с вами 5 пико и дальше под следующую петельку вяжем столбик 1 с пико, 3 воздушные петли, соединяем соединительным столбиком все 3 петельки и последний столбик сюда же. Запомните! Делаем под воздушные вот эти петельки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Делаем по 2 столбика без накида. 2 столбика. Первый столбик мы вывязываем пико с 3 воздушными петлями, соединительный столбик. И второй столбик без накида сюда же. Затем снова столбик без накида под следующую воздушную петлю, пико, столбик без накида сюда же. Столбик без накида под следующую петлю, пико, столбик без накида сюда же. Сделав 6 вот таких пико, мы завершили столбиком без накида последнее пико. Далее делаем первую завязочку, которая у нас будет одеваться на ножку. Я буду делать завязочку не слишком длинную, то есть где-то порядка 25, максимум 30 сантиметров. Если вы будете делать завязочку, скажем, длиннее, то, соответственно, вам нужно будет посчитать количество воздушных петелек, длину первой цепочки, чтобы сделать на второй стороне аналогичную длину цепочки, как на первой ножке, так и на второй. Я уже знаю, что у меня это 75 воздушных петелек. Вот так я и буду набирать просто цепочку из 75 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 воздушная петля. И еще я продолжу самостоятельно набирать до 75. У меня вот такая длина завязочки. Мне этого достаточно. Я люблю на короткий бантик. Если вам коротко, то можете продолжить набирать цепочку. Теперь, набрав 75 воздушных петель, я делаю одну петлю подъема и во вторую петлю от крючка делаю соединительный столбик. И далее в каждую последующую петельку, пока у меня не закончатся мои 75 петель, я продолжу делать просто соединительные столбики в каждую петельку. Абсолютно в каждую, приблизительно на равно вытянутой петле. Я делаю вот такие простые соединительные столбики. Если мы будем обвязывать столбиками без накида, то завязочка получится слишком широкой. Мне этого не нужно. Она должна быть тоненькой, аккуратной. При этом, скажем так, старайтесь вытягивать петельку на
равном расстоянии, то есть когда делаете, чтобы у вас получалась красивой косичкой вот такая тоненькая завязочка. Вот продолжаем делать соединительными столбиками до самой первой петли основания. Сделали обвязку, и у нас получилась с одной стороны вот такая замечательная тоненькая завязочка. И теперь мы, смотрите, завершили обвязывать 6 пико, и также и продолжаем со следующей, вот здесь вот воздушной петельки, обвязывать пико с другой стороны. То есть делаем столбик без накида, далее 3 воздушные петли и соединительный столбик сквозь 2 петли и петлю, вот здесь вот третью нашу подъема. И еще один столбик без накида сюда же, как бы завершаем наше пико. Затем снова столбик без накида, 3 воздушные петли для пико, соединительный столбик и столбик без накида сюда же, как бы завершаем наше второе пико. Снова столбик без накида, 3 воздушные петли, делаем пико и еще один столбик без накида сюда же. То есть с другой стороны от завязочки я точно так же, как и с первой стороны, делаю 6 пико. Сделала с вами 3 и еще самостоятельно делаю еще 3. То есть столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида. Столбик без накида, 3 воздушные петли. Не забываем делать замыкание соединительным столбиком для того, чтобы получились вот такие зубчики пико. И столбик без накида, завершаем наше пико. Сделала я 6 пико и с другой стороны. Для тех, кому неудобно делать пико, можете делать под воздушную петлю столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида сюда же. То есть не делать соединительный столбик, а просто столбик, 3 воздушные петли, столбик, 3 воздушные петли, столбик. Это для тех, кому неудобно делать пико. Вот, сделали 6 пико, завязку, 6 пико с другой стороны. Теперь смотрите, под следующую воздушную петлю, которая у нас остается, делаем столбик без накида просто, без пико. С другой стороны точно так же находим воздушную петлю, вот она у нас, и делаем просто столбик без накида. То есть как бы такой вот переход. Под следующую воздушную петлю делаем столбик без накида и начинаем делать пико. 3 воздушные петли и делаем соединение. Столбик без накида второй, сюда же под воздушную петлю. И делаем, продолжаем точно так же, как и с одной стороны, и с другой стороны 6 пико. То есть мы здесь под первую воздушную петлю веерочка нашего и под последнюю делаем просто по столбику без накида. То есть мы их как бы пропускаем для того, чтобы здесь не получилось много слишком зубчиков и ваше вязание не взялось таким вот веером широким, оно вам не нужно. Сделав пико, под следующую воздушную петлю делаем снова столбик без накида, пико, 3 воздушные петли, соединительный столбик и второй столбик без накида сюда же, как бы завершаем довязывать наш зубчик. Снова столбик без накида, 3 воздушные петли, соединительный столбик делаем сквозь петли основания и петлю нашу третью подъема на крючке и столбик без накида сюда же. Я с вами связала 3 вот таких зубчика пико, еще самостоятельно сделайте 3, и мы начнем ввязывать нашу центральную петлю для пальчика. Связали 6 зубчиков, и это и есть наш центр. То есть вот она наша завязочка на ножке, как раз она повернута, то есть вы можете сейчас приложить к ножке. Завязочка с одной стороны, с правой. Теперь центральная должна идти петелька к ножке, пальчику, и здесь у нас по центру будет вторая левая завязочка, которая будет завязываться на ножку. Сделав 6 зубчиков, мы начинаем делать воздушные петельки, как бы плавно идти к пальчику. Нам для этого нужно связать 18 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Связали вот такой подъем из 18 петелечек. Теперь отсчитываем 7 воздушных петель от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот в эту петельку делаем соединительный столбик. У нас получилось вот такое колечко. Не пугайтесь, оно и должно быть маленькое. Это не для пальчика пока. Это для того, чтобы сделать перед петелькой для пальчика такой красивый, скажем так, вытянутый овал. Вот, сделали вот такое вот колечко. Теперь делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3.
И в третью петельку, вот здесь вот, от, скажем так, нашего колечка, делаем еще один соединительный столбик. Но как мы привыкли делать? Смотрите, мы привыкли делать соединительный столбик за правую стеночку. Я предлагаю вам сделать за левую стеночку. Вот так. Соединительный столбик сделали. Далее делаем накид. И вот в это образовавшееся колечко с краю мы должны сделать будем 9 столбиков с накидом. То есть делаем накид и в колечко делаем прям первый столбик с накидом. Сюда же второй столбик с накидом. Сюда же третий столбик с накидом. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. И девятый. Сделали первую часть нашей вытянутой, скажем так, овальной части перед пальчиком. Теперь нам нужно связать непосредственно саму петелечку для пальчика. Для этого, после того, как связали 9 столбик, набираем подъем из 30 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вам кажется это слишком много, но не пугайтесь. Петелька должна быть вытянутая. Теперь, не перекручивая нашу наборочную косичку, возвращаемся и делаем пико из 30 воздушных петелечек вместо 3, как мы всегда делали. То есть делаем соединительный столбик сквозь 2 петли основания и последнюю 30-ю петлю подъема. Вот так. То есть как бы сделали пико из 30 воздушных петель. Теперь делаем накид и продолжаем делать еще 9 столбиков с накидом уже с другой стороны. Первый столбик с накидом, сюда же второй столбик с накидом, сюда же третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Как раз мы дошли до того места, откуда начали делать 3 воздушные петли подъема и соединительный столбик. Теперь находим третью воздушную петлю подъема, вводим крючок. И здесь, как вы помните, я вам говорила, за левую сторону мы сделаем соединительный столбик. А вот теперь, захватив третью петлю подъема и правую стеночку той же петли, вот так вот сквозь 2 петельки и сквозь петлю на крючке, мы делаем соединительный столбик. Таким образом, сделав за левую сторону, мы как бы повернули наше вязание влево, а теперь за правую сторону мы соединили наш, скажем так, обвязанный краешек, посмотрите. И теперь мы продолжаем, повернув наше вязание, вот она наша косичка, мы продолжаем делать соединительные столбики, пока у нас не закончатся петельки косички. Вот так мы плавно подходим соединительными столбиками, как мы делали с вами завязочку для правой стороны. Вот мы подходим соединительными столбиками, посмотрите, до момента, там где закончили обвязывать первую сторону зубчиков. И дойдя до петли основания, вот так вот, мы сделали соединительные столбики. Теперь для удобства я рекомендую вам еще раз поправить нашу вот здесь вот обвязанную часть перед петелькой для ножки, для пальчика. Вот здесь все хорошо подтяните, здесь должно все быть аккуратненько и ровненько. Петелечка, посмотрите, красивая и абсолютно одинаковая. У вас должна быть как правая, так и левая часть обвязки. Если у вас правая кажется немножечко больше, допустим, ушла петля чуть-чуть влево, то можете для начала подтянуть, посмотреть. Может, просто вы немножечко где-то туже связали, где-то легче. Если вам кажется, что все-таки ушло влево либо вправо, можете добавить где-то здесь еще один столбик. Либо справа, либо слева. То есть дополнительный для того, чтобы у вас по центру оказалась вот эта петелечка пико из 30 воздушных петель. Это как раз-таки та петля, которая будет одеваться у вас на пальчик. То есть вот так. Если у вас все ровненько и аккуратно, продолжаем обвязывать с другой стороны наши 6 пико, которые связали с правой стороны. То есть мы начинаем обвязывать левую сторону. Начинаем мы, как всегда, со столбика без накида.
уже под воздушную следующую петлю. Далее петли пико, 3 воздушные петли соединяем соединительным столбиком сквозь все 3 петли. И еще один столбик без накида сюда же. Первое пико у нас готово. Под следующую воздушную петлю снова первый столбик без накида. Делаем на нем пико, соединяем все 3 петельки и делаем второй столбик без накида. То есть с левой стороны мы с вами уже сделали 2 пико. Еще самостоятельно сделайте 4 для того, чтобы выровнять точно так же, как и с первой стороны, сделать 6 вот таких зубчиков. Сделали 6 зубчиков с другой стороны, под воздушную петлю следующую делаем столбик без накида. Под первую воздушную петлю уже следующего веерочка также делаем столбик без накида, то есть как бы делаем переход без зубчиков. И под следующую воздушную петлю начинаем делать уже столбик без накида с пико. Затем столбик без накида, еще один сюда же. Так мы сделали первый зубчик пико, и нам еще нужно сделать 5 пико, то есть для того, чтобы нам найти центр, скажем так, для вывязывания второй завязочки. Сейчас я сделала с вами второй зубчик пико и самостоятельно сделайте еще 4. Сделали 6 пико с правой стороны и теперь делаем такую же точно завязочку. Я буду набирать 75 воздушных петелек. Вы набираете, если другое количество набирали изначально, то набираете свое количество воздушных петелек в длину второй нашей завязочки. Итак, первая воздушная петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая и так далее. Набрали воздушные петельки, теперь делаем одну петлю подъема и со второй петельки от крючка делаем соединительный столбик. Итак, в каждую петельку продолжаем делать по одному соединительному столбику, пока не дойдем до петли основания воздушной цепочки. То есть делаем точно так же, как и первую, так и вторую завязочку. Сделав последний соединительный столбик, под воздушную следующую петельку делаем столбик без накида и продолжаем делать пико. 3 воздушные петли и соединительный столбик. Столбик без накида, еще один сюда же под воздушную петлю. Сделали первый зубчик пико, далее снова столбик без накида под следующую воздушную петлю. 3 воздушные петли подъема. Делаем соединительный столбик для пико и столбик без накида второй сюда же. Таким образом, сделав 2 зубчика пико, мы продолжаем делать до 6, то есть как с одной стороны 6, так и с другой стороны 6. И заметьте, у нас везде было по 12 пико, и между 6 первыми и вторыми пико у нас то завязочка одна, то вторая завязочка, то на пальчик петелька. То есть смотрите, нам остается до конца ряда лишь довязать всего лишь 4 пико. В конце, связав 6 пико, делаем под следующую воздушную петлю столбик без накида и соединительный столбик вот здесь вот в начале, можете даже перед первым пико, в начале ряда. Сделав соединительный столбик, все, мы завершаем ряд. Для удобства я сейчас отрежу вот эту вытянутую петельку, вытащу на изнаночную сторону вот эту ниточку, где и закреплю краешек. Вот, как вы видите, у нас вязалось все абсолютно цельной ниткой, то есть нигде мы не делали никакого рассоединения. Вот, у нас остается лишь только спрятать вот этот хвостик. И все. Теперь смотрите, для того, чтобы получить эффект вытянутый, вот такой, как на картинке, вы можете привытянуть и прогладить утюжком. То есть абсолютно все вот эти части вытянуть с одной стороны, с другой стороны и с третьей стороны можете с помощью утюжка. Точно так же, чтобы у вас не брались спиралеобразно вот так вот ваши завязочки, можете также их прогладить по желанию. Вот, все получилось, как на мой взгляд, замечательно. Вам остается лишь только связать вторую точно такую же детальку. И по желанию точно так же ее можете вытянуть утюжком каждую из частей. Я уже связала вторую часть. Мне точно так же остается лишь спрятать вот этот конечный хвостик. Начальный хвостик, посмотрите, мы уже с вами спрятали в начале вязания, поэтому здесь ничего не нужно.
И вот второй краешек ниточки. Как на мой взгляд, вяжется достаточно просто, быстро, очень мало затрата по времени ушла, очень мало затрата по материалу, и в итоге получается вот такое красивое, замечательное украшение. Я надеюсь, что вам осталось все понятно, было интересно. Не забудьте подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Всем хорошего настроения, ровных петелек, пока-пока!